Смотрите сегодня в передаче «Фрэш» рубрику «Странствия музы» с рассказом о школе танцев премиум-поколения. Рубрику «Уроки юной леди» с экскурсией по картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Рубрику «Детям о взрослых, взрослым о детях», из которой вы узнаете, кем хотят стать ребята. Еще Аня Косарева предлагает вам посмотреть два танцевальных номера ученицы 35-й школы города Рязани Яны Артамоновой. Привет! Я Аня Косарева. Сегодня в своей рубрике «Странствия музы» я хочу познакомить вас с танцевальным коллективом премиум-поколения. Перед занятием у детей всегда идет разминка. Самое сложное, а что самое интересное? Для меня самое сложное – это тянуться с лавочки, а самое интересное – это танцевать танцы. Самое сложное – сидеть на шпагате на станке, а самое интересное – делать фляг. Самое сложное – это сидеть на станке в шпагате. А самое интересное? Самое интересное – это прыжки в шпагат в воздухе. Самое сложное – мне шпагат пока садится. Интересно делать реливе, не крутить и колесо делать. Я хочу познакомить вас с хореографом школы танцев премиум поколением Евгением Александровичем. Евгений Александрович, скажите, как давно существует ваш коллектив? Наш коллектив существует с 1 сентября 2009 года. Скажите, а вы участвовали в каких-нибудь конкурсах? Да, мы участвовали в конкурсе «Черный котенок» и «Черный кот». А занимали какие-нибудь призовые места? Мы сделали очень большой успех и подняли очень большую планку для себя. Мы взяли лауреатство второй степени – это «Черный котенок», и лауреатство первой степени – это «Черный кот». Скажите, а какие у вас дальнейшие творческие планы? Дальнейшие планы – это февраль месяц «Надежда Европы». Девчонки, а какие впечатления у вас остались после «Черного котенка»? Было красиво, но немного сложно. Там было здорово и красиво. Там было здорово и интересно. Ну что ж, на этом моя творческая рубрика подошла к концу. А я желаю танцевальному коллективу премиум поколения дальнейших успехов. Наш коллектив премиум поколения. Танец называется «Птичий двор». Yeah!
Из рубрики «Детям о взрослых, взрослым о детях» мы узнаем, кем хотят стать ребята. Ребята, а кем вы хотите стать, когда вырастете? Я хочу стать парикмахером, чтобы делать красивые прически. А ты? Наездницей. А почему ты хочешь стать наездницей? Потому что наездница может катать всяких маленьких детей. Скажи, пожалуйста, кем ты хочешь стать? Врачом. А почему? Потому что врач может лечить всех, кого угодно. А ты хочешь стать врачом для людей или для животных? Для людей. Президентом. А почему ты хочешь стать президентом? Потому что президент главный в стране и может давать всякие законы людям. Прошу честно. Почему? Что можно из парашютов прыгать? Ты хочешь стать парашютистом или десантником? Десантником. То есть ты хочешь быть сильным? Поступать куда будешь? У нас в Рязанское училище? В Рязанское. Я хочу стать фигуристкой. Почему? Я хочу стать, потому что меня будут показывать по телевизору. А я, потому что всадник, он может ездить на лошадях и прыгать через барьер на лошади. Ты любишь лошадей? Да. Thank you.
Еще Аня Косарева предлагает вам посмотреть два танцевальных номера ученицы 35-й школы города Рязани Яны Артамоновой. С этими номерами она заняла первое место на конкурсе в Польше «Весенний звездопад». Передача «Фрэш» поздравляет Яну и желает дальнейших творческих успехов. Сейчас я вам исполню танец, который называется «Раненая птица». Если вы хотите стать героем передачи «Фрэш», звоните по телефону 97 51 67. На сегодня это все. До новых встреч!